Ребята, всем привет! Мы с Лёшей сегодня приехали в ателье Black Tie для того, чтобы отремонтировать свою одежду. Я похудела, Лёха поправился. Чё ты поправился? По нашей сливочной акции здесь действует скидка, поэтому идем ремонтировать свои вещи. Вот так выглядит интерьер. Интерьер все стильно, красиво и аккуратно, да, Мария? Хороший свет, это очень важно. Так, Маша нужно ушивать джинсы, посмотрите, как она похудела очень сильно. Нет, я просто большие джинсы купила, потому что я люблю объемчик здесь. Вы сказали, что похудела. Так, Маша здесь что-то закалывает, подкалывает, короче, подгоняют ей джинсы, как они будут выглядеть потом. Мне решили, что будем расшивать вот это вот пальто. Одевала его, к сожалению, пару раз, а оно мне уже довольно плотное. Вот здесь как будто бы живот. Вот здесь не плотно? У меня здоровый пан. Джинсы за кожу тоже отремонтировали, поставили ладочки для того, чтобы не отрывались пуговицы. Мне убрали сантиметры в талии. Теперь самое главное, не выправить. Сидит красиво. Да, на этих прямо видно очень заметно, да? Да. Я наконец-то забрал свое пальто, очень доволен. Мне вставили вот такую вставку из ткани. Пальто выглядит вообще как новая модель. Моя работа стоила 60 рублей вместо 90. А ремонт моих джинсов стоил всего 30 рублей, поэтому если у вас есть вещи, которые вы хотели выкинуть, не делайте этого. Приносите в это ателье и используйте нашу сливочную акцию.